С 21 по 25 октября одинцовские полицейские совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Подросток игла». В ходе рейда отрабатывались места концентрации подростков – кафе, парки, скверы, железнодорожные вокзалы Одинцова, Голицына, Кубинки, подъезды домов и так далее. В результате было составлено 42 протокола об административных правонарушениях, из них 21 в отношении родителей.